Программа переселения из аварийного и ветхого жилья в Тульской области, несмотря на действия недобросовестных подрядчиков, идет в соответствии с намеченными президентом страны графиками. С таким заявлением сегодня выступил директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. Он посетил наш регион с рабочим визитом. Вместе с Алексеем Дюминым осмотрел уже построенные дома, сделал несколько важных заявлений. Подробнее Виталий Моторин. Новоселье – это в любом случае радость, а переселение из старых аварийных бараков в новые благоустроенные квартиры – это большой праздник. Именно такой, смеем думать, сегодня настал для 36 узловских семей. В подобных бараках приходилось жить этим людям. Таких в Узловском районе и в Тульской области еще много, но 102 человека сегодня и уже более 7500 со времени начала работы программы уже называют своим домом новые квартиры. Мы жили по этой же улице, там до аварийную. Ну, какие условия? Канализации нету общей, туалета вообще не предусмотрено, ни душа, ничего. Здесь, конечно, намного лучше. Чистая, красивая, хорошая квартира, светлая. Мы рады. Комфорт новых квартир и оценили сегодня глава региона Алексей Дюмин и директор фонда реформирования ЖКХ Константин Цицын. Они обсудили проблемы и перспективы реализации программы. Ведь в нашем регионе подлежат расселению более 320 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель в числе 9 крупнейших в стране. Программа будет после 2017 года продолжена по всей стране, не только в Тульской области. Сейчас обсуждается вопрос, каким путем она будет продолжаться. Но то, что люди в бараках не останутся, их будут переселять, это я вам могу сказать официально и ответственно заявить. Самое главное, что мы с этого года разобрались со всеми нерадивыми застройщиками. Все объекты, которые у нас простаивали строительные по этой программе, мы их запустили, стройки пошли. Есть план, который жестко контролируется правительством Тульской области. Действия недобросовестных подрядчиков не раз срывали графики работ. Во многом поэтому почти 3500 человек, которые должны были получить квартиры еще в прошлом году, переедут лишь в этом. Впрочем, несмотря ни на что, в регионе с 2013 года возвели уже более 90 домов для переселенцев и еще 43 строят сейчас. Это новоселье в Тульской области, конечно, не последнее. До 1 сентября 2017 года из вот таких вот старых и развалившихся бараков в новые дома переедут более 1500 жителей региона. Виталий Моторин и Алексей Петрушин. Вести Тула.